Сегодня мы прибыли на наш такой вот островок отдыха, на пляж Сосновка. Тут сегодня проводят какие-то непонятные испытания. Сейчас посмотрим. Ну, сегодня суббота, выходной. Что-то кто-то там делает. Интересно. Человек с пультом стоит. Все серьезно. Пойдем посмотрим. Да, здесь замечательно в любое время года. Прекрасная вот панорама. Вот. Я так понимаю, что здесь ребята сегодня занимаются судомоделизмом. Судомодельный, я не знаю, как он, спорт называется. Испытывают свои маленькие катера. Посмотреть, что же они там делают. Вот она, лодка. О. Ох, ее пошла. Вот это да. Надо подойти поближе. Ох, ее. Вот такой он гонщик. Да. Это сложно снимать его. Спортивный катер настоящий. Вот это привод. Ну капец. Красавчик. Ушел. Ушел за горизонт. Где же он? Просто безмятежность. Ну, сейчас он бахнет. Вот это он несется, вот он. А что так далеко? Что-то там случилось. А, они спасают другой катер. Зацепили. Другой катер стоит. И еще кусочек чего-то. Зацепил. Зацепил, тащит. Тащит катер. Ох, он его тащит. Тащит катер. Вот это да. Успешная спасательная операция. Все. Отцепи, зеленый сначала. Фу.
И не то нажал. Вот это он живет. Даже я его догнать его уже. Где он? Ох, ё-моё. Вот он. Вот это. Вот это кошмар. Это да. Вот так как-то.